Ну что ж, 3000 подписчиков набралось. Пора дать ответы на вопросы. Приступим. Ты записывал это видео бухим? Нет. Фэт, ведешь ли ты воскресный мастурбационный стрим? Ответа нет, нет. Ты знаешь, я пока не готов пойти на этот шаг. Но я верю, что ты сможешь мастурбацировать за нас двоих. Каждое воскресенье. Кстати, сегодня же воскресенье. Христос воскресе. Помастурбируй там за меня тоже. Фэт, ты видел свою смерть? Часто ли тебя посещают мысли дописать книгу? Ну, бывает, когда на толчке сижу, посещают. Давайте сделаем ему подарок на канале. Одни дизлайки под этим видео, чтобы подобной херни на канале не было, а был только качественный контент. Вот сука, а? Хер соси лайков больше. Забористая мука, чё-то. Забористая. Фэт, как ты относишься к Питеру Джексону? Вообще мужик толковый. Длина и толщина твоего пуза. Длина от Москвы до Магадана. Толщина, не знаю, не разрезал. Фэт, покажи свою комнату. Вот она. На самом деле перепасуя это на следующий раз. Может, больше подписчиков наберется, когда-нибудь покажу. Я тебе даже ванную комнату покажу, где я подмышки брею. Сэмпай охуенен? Ага. Пофиксишь призыв Мумака? Ня. Как зарабатываешь на жизнь? Стримлю. Фэт, ты с какого города? Бар. Где ты живешь, Фэт? У Данте спроси, он знает. Какое яйцо у тебя выше другого? У тебя... Ой, у меня или у тебя? У нас они одного роста. Угу. Как зовут твоего кота? Шпуздик. Какой твой любимый сорт картофеля? Жареный. Ух, нихера себе. Фэт, привет. Здрасте. Есть ли планы на Ютубе? Планы есть, захватить Ютуб. Например, обновить контент. Пример плохой. BFME стримить не брошу. Если будет желание, напишешь ли когда-нибудь книгу? Когда-нибудь напишу. Точнее, продолжу свою. Или напишу новую. Наверное, напишу новую. Расскажи про биографию, если хочешь, было ли что-нибудь интересное. Например, вспомни о школе, роботе и т.д. Но что тебе сказать? Вылез я такой, значит, из мамкиной пещеры. Думаю, ёб твою мать, холодно тут. И заорал. Пошел в школу. Там тоже что-то было прохладно. По утрам надо было вставать. Вообще не кайф. А робота у меня в детстве не было. Бедно я жил. Бамблби съебал к Шайе Лабафу. Ебать его в сраку. Что хочешь от жизни? Жить. Ты пидор? Не скажу. Самый стыдный или плохой поступок из жизни? Отсосал, например, через полиэтиленовый пакет. Зрителей не наебать. Мы-то видим, что ты любишь писей во рту побаловаться. А, раскусил. Сосал через полиэтиленовый, да. Было дело.
Был ли когда-нибудь в других странах, кроме Украины? Вражки был, родился там. В Молдове был еще однажды. Ни хера не помню. Вообще не помню, что там было. Почему ты сидишь дома? Ты выходишь вообще на улицу? За хлебом магазин не считается. За маслом выхожу. Люди — это биомусор. Или нечто, что должно превзойти. Кого? Кого превзойти? Я долбоеб. Фэт пиздобол. По-любому напиздел опять, что не пидор. А я уклонился от ответа, хуй соси. Фэт, во сколько ты потерял девственность? Вчера возле падика сосал через полиэтиленовый пакет. Если это считается. То чувство, когда ты сидишь дома в шапке и видишь, что Фэт в такой же необычной для него одежке. Желаю, чтобы канал рос, развивался, и, бля, хочу пожелать тебе всего наилучшего. Таки, блядь, спасибо! Топ-шмот, ахах, чаще появляйся в нем. Все, буду стримить теперь так. Зайди в Дискорд, нужно кое-что обсудить, плес. Ну, думаю, самое время зайти. Фэт, кто тебе нарисовал этого котика с мечом? Антибор. Спасибо ему. Привет, ответь на мой вопрос, в каком городе ты живешь? Спроси у Данте, он в кур... Вот, блядь. Ну вот... Испортил. Здравствуй, мой друг. Возможно, не совсем друг. Возможно, не совсем мой. Но... Зачем ты создал этот канал? Поведуй историю. Ну, все весьма просто. Я хотел записывать реакционные ролики на реакционные ролики, но какой-то хуй меня опередил. Я как Тесла. Эдисон спиздил технологию просто, понимаешь? Теперь я надеюсь записывать реакционные ролики на реакционные ролики реакционных роликов. Но я пока... Думаю об этом, может быть, не стоит. Может сделать многоходовочку. Ну, еще один пункт реакционных роликов добавить в эту цепочку. Внимание, вопрос. Сколько раз ты предавался страсти с токсином? И когда это случилось впервые? Вчера возле падика. Он пакет принес полиэтиленовый. Было клево. Фет, ты меня уважаешь? Так и уважаю. А ты меня уважаешь? Какого цвета котики тебе нравятся? Вот такие няшные черненькие, как у тебя на аватарке. О, сейчас сложный, походу. Ох, нихера! Не. С кем ты прожил бы всю свою жизнь? Девушка из богатой семьи. Очень харизматическая и опряная. Опряная, да. Заставит тебя гулять по... магазином и тратить деньги на бессмысленные вещи и не разрешало бы играть в компьютерные игры. То есть это трап, что ли? Ну. И одевает тебя в то, что ты не любишь одевать. То есть, я еще и в рабстве у нее. Ей наплевать на твоих друзей и семью, и она стерва. Ёб твою мать. Но с другой стороны, ее отец посадит тебя за работу, где ты будешь зарабатывать огромные деньги. Вариант номер два. Девушка и бедной семьи живет в двухкомнатной квартире. Отец ее болеет, и ей нужны деньги от настоящего мужика. Но с другой стороны, она очень красивая и хорошо относится с тобой и твоим близким. С котом моим, что ли, близким? Умеет хорошо готовить, в отличие от первого. То есть, это все-таки трап. Она будет относиться к твоим играм с интересом, особенно от Энорад, и спокойно выдерживать, что ты весь день стримишь. Плюс, ей утешает то, что с каждым стримом идут деньги. Хоть и мало, но все равно. Я хочу больше, на самом деле, не мало. Не пизди. Ей нужны деньги только для отца и ничего больше. Она согласилась. Блять, она тоже трап. Тут, короче, двойное дно.
бы стримить или играть вместе с тобой. Крч, с кем ты прожил всю свою жизнь. И в горе, и в печали выбор за тобой. Ну смотри, первый вариант. У нас есть мужик, который одевается под бабу из богатой семьи, заставляет меня гулять с ним по магазинам, то есть позорит меня, тратит мои деньги на бессмысленные вещи и не разрешает играть в компьютерные игры. То есть этот мужик, походу, накачанный, такой большой, двухметровый, такой, сука, бугаище, как в пизде такой, чтоб ты не играл в компьютерные игры. А еще у него есть отец, который будет заставлять меня работать. То есть это полный зашквар. Другой вариант. Девушка с подозрением на то, что это тоже мужик из бедной семьи, ну хотя это не важно. Отец ее болеет каким-то спидом, и она как бы со мной только потому, что ей нужны деньги для ее отца. И поэтому она как бы готовит, а хорошо относится к... Зачем? Причем тут игры? Вообще насрать. Короче, это полный пиздец. Это ни то, ни то не подходит. Я лучше драчить буду. Во. Будешь ли снимать Total War Arena в будущем? В отличие от других Total, она самая быстрая в геймплее, и там не нужно ничего лишнего, только войска, армия и го в бой. Очень хочется увидеть у тебя эту игру. Ну, возможно. Снимай Властелин колец. Хороший вопрос, игровой канал Фасепа. Спасибо. Фет, ты меня научишь играть в Энарат? Научу. Комменты не читал. Уверен, там кучу креатива про порно и твои физические данные. Радостный день разведу политотой. Как относишься к теракту в СПБ? Отрицательно. Фэт Тупич, из ютуберов только тебя смотрю. Спасибо. Ты веган? Welcome to the rice fields, motherfucker! Кто самый крутой фасикряк? Я. Ладно, ты. Ты когда пердишь под одеялом, нюхаешь свой пердеж? Я не пержу под одеялом. Без комментариев. Делай патч для Энората. Еще один клевый вопрос. Кто самый пиздатый? Фасикряк. Фет, когда ты впервые начал всю эту деятельность? Да, и когда познакомился с игрой и модами вообще? Я не помню. Сколько лет? Ты чё за... Почему ты в последнее время странный? Не знаю. Ты кемпер? А? Самые сокровенные. Когда тян себе найдешь? Главное, чтобы ее звали не Суренчик. Так я уже нашел. Ее зовут Вахтанг. После такого видео пошли мои любимые, но обычные мысли, Бразерс. Ты сказал, что ответишь на вопросы, но не сказал, будут ли твои ответы правдой. Не сказал. Блять, лучше бы ты не снимал это. Немного не получилось. Вопрос, ты пидор? Отвечай 100% честно, потому как я знаю то, что не знаешь ты. А то, что не знаешь ты, знаю я. Но в то же время я знаю то, чего не знаешь ты. Я запутался. Я кемпер. Что за игра была вчера? Не помню. Как бы гусям жопу сидя или стоя подтираешь? Лежа. Fat Fest 2017 будет? Будет. Ты сам связал такую шапочку из котов? Не, они сами связали такую шапочку, коты, из меня. Ты пидор? Не вопрос. Я не пидор, не ответ. Когда у тебя будет 10к и больше подписчиков, и ты станешь слишком ЧСВ, то ты не забудешь те лица, которые были на твоем стриме с самого начала. Я тебе так скажу, я настолько ЧСВ, что я свое лицо уже забыл. Да, я. Да, я. Правой или левой фапаешь? Ногами.
Покажи хату. Не-не-не. Поешь борщ. Ну что ж, такой знаменательный момент, случай, точнее, в честь 3000 подписчиков, я поднимаю этот бокал борща за то, чтобы мой канал рос, а Миша Тиро через год пососал член, чтобы было больше подписчиков. Надо было хлебушка взять. До дна не получится. Ты поехавший? Не. Все. Готово. Подписывайтесь чаще. Будет больше такой хуйни. Всем пока.